Так, перешли речку удачно, собрались и вышли мы во сколько? Без 5:08. Где-то без 5:08. Сейчас время 9:32. Ну будет классно, если мы успеем до 10. Успеем, нет, дойти? Да, должны успеть. Немножко там в лесу, вот сюда в тундру как-то мы вышли неправильно. Ага. Сейчас немножко отдохнем. Грибубасу в этот, в сапог попал. Такая маленькая елочка такая, ну какая-то елка. Иголка. Иголка. От елки. Вот. И колол ногу, мне сейчас я вынул ее, убрал. Сейчас все нормально. Сейчас отдохнем и пойдем дальше. И пойдем дальше. Вот такой лесок тут. Сосничок. Угу. Сосничок. И слышно, наверное, комарики жужжат. Ага. Меня течет пот потихонечку. Как ваши дела? Нормально. Господин Тони Грибобас. Все отлично, Джон, все отлично. Свобода! 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 Правильно. Как это? От болотного плена свобода наступила. У тебя сапоги сильно это? Мусора много, да? Да. Ну ты как шел, как быстрая лань. Ну все правильно. Рюкзачок-то легенький. Да. Штурмовой. Все правильно. У меня, в принципе, тоже не тяжелый. Ну и не легенький.
Свобода! Свобода! Ой! И давай, грибобас, на счет три запивай. Раз, а два, два, три. А что запивать? Какую песню? Ну чего ты, ну, вылупился, дядя? Джентльменов, что ли, не видал? Ну а что незваный на ночь глядя? Тут уж извини, не подгадал. Отлично, Джон. Теперь твою заборную белые розы. Сейчас. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с ними сделал? Снег и морозы, лед цветов голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней. И оставляют вас умирать на белом холодном окне. Тарам-та-там. Отлично, Джон. Дорогие зрители, в общем, решил я попросить Грибобаса тоже спеть вот эту песенку. Кто помнит, это из мультика, там, в общем, птичка, она вот так кричала: «Свобода, свобода, свобода». Ну-ка, Грибобас, изобрази. «Свобода, свобода, свобода». Что-то у тебя с голосом. Да? Там надо... Птичка, ну, наш маленькая, тоненький голос. Давай, вот, слушай, слушай, смотри, ага, как я. «Свобода, свобода, свобода». «Свобода, свобода, свобода». Ну ты даешь. Ну-ка, а Джулию? Джули, Джулия, Джули, Джулия. Классно. Грибобас, ну скажи, долго еще до поселка-то пехать? Да еще минут 20, наверное, где-нибудь. Да. Где-нибудь так. А силушка-то богатырская у тебя не исчерпалась, нет? Нет, немножко ноги подустали немножко. Да? Немного ноги подустали. Спасибо, дорогие братья и сестры, за просмотр. Всего доброго и до свидания. До свидания. Ау, где вы?